Уральские школьники вооружились мечом Колесова. Так называется узкая стальная лопата для посадки саженцев лесных культур. Хвойные деревья высадили в парке одной из школ города. Акция объединила первоклассников и выпускников, которые покинут школу уже в следующем году. Силовые работы выполняли школьники постарше. Малыши сажали рассаду в землю. 1500 саженцев теперь украшают территорию школы. По задумке педагогов, хвойная роща будет напоминать о тех, кто уже отучился, а ухаживать за ней будут младшие школьники. Акцию инициировали местные недропользователи, причем они и дальше будут помогать школьникам высаживать деревья и ухаживать за ними. Это здорово, что через много лет мы сможем прийти сюда и посмотреть на уже здоровые кедры и вспомнить школьные годы. Мы хотели бы, чтобы каждый класс придумал оригинальную надпись, оригинальную табличку для своего кедра и как-то обозначил, чтобы было понятно, где кедр какого класса растет или где кедр какого первоклассника или какого выпускника.